И вновь всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир. Надеюсь, вы меня прекрасно слышите, потому что я хочу вам сообщить одну маленькую новость. Сегодня я немножечко припоздал, ну, как вы, те, кто, по крайней мере, смотрели ВК-группу, могли знать, что у меня сдох фигам микрофон, и, в общем-то, вы слышите сейчас нормальный микрофон, потому что я его съездил и купил. Что касается серии, я могу сказать, что они будут выходить сегодня всю ночь, вплоть до утра. Короче говоря, я сегодня выпущу много серий без остановки, вплоть до финала, включая эпилог и вообще все, что только можно. То есть серии сегодня по StarCraft Legacy of the Void закончатся. Они не будут выходить по той причине, что просто я дойду до финала. Не беспокойтесь. Сегодня у нас марафон, я обещал закончить в идеале за 3 дня, у меня, к сожалению, не получилось, меня подвел микрофон. Ну, что сделаешь, такое бывает. Но, тем не менее, я свое обещание выполню и все-таки буду добивать уже сегодня все серии. Я как бы их записал, у меня, по-моему, осталось записать финальную битву, чуть-чуть там диалог у меня из-за микрофона, к сожалению, не записался, конец. И осталось записать еще, по-моему, эпилог. И все на этом. Вот такие дела. Так что надеюсь, вам понравится. В общем, приятного просмотра. Всем пока и удачки.